В последние годы мы все больше привыкаем к провалам наших клубов в Еврокубках. Провалы эти случаются, несмотря на относительно стабильное финансирование топ-клубов и на отсутствие глобальных потрясений. На этом фоне особенно интересен феномен команды, которая была успешной, в том числе успешной в Европе, в один из самых сложных периодов истории нашей страны. «Спартак 90-х». Что это было? Эхо уходящего от нас советского футбола или прообраз модели нового времени? Попробуем разобраться. Старостин вел туда главным тренером Романцев. Ну, в полуфинал Кубка чемпионов до этого выходил только Лобановский. Ну, выиграли тогда у Наполи, сели в машину и поехали. В «Спартак» ты больше не поедешь. Ну, тогда какой «Спартак»? Я тебя очень прошу, не бросай команду. Приехал за вещами, меня просто на базу не пустили. Показалось, что немец, а потом показалось, что не показалось. Мы что, знали, что там будет эта буча? Побольше бы ему доставалось, а мы бы там прятались. «Газпром» сперва поддерживал «Спартак». И людям хотелось тоже выигрывать. Ну, вот в этом и заключается весь «Спартак». Это было, да, 85-86 год. Я как раз заканчивал образовательную школу. И в какой-то момент мне позвонил на тот момент тренер команды и сказал, что тебя хотят посмотреть в команде мастеров «Красная Пресня». Я многого не знал про эту команду, но знал, что там как раз закончил и начинал свой тренерский путь Олег Иванович Романцев. На тот момент Олег Романцев, да, который был еще у меня как в памяти, как футболист «Спартака», поэтому я попал в «Красную Пресню» и столкнулся и познакомился с Олегом Ивановичем, на тот момент уже для меня Романцевым. Достаточно спокойный, такой достаточно хладнокровный, и никогда не слышал, чтобы он какие-то громкие там фразы или слова на кого-то кричал. Хотя у нас много было моментов, я вот начинаю вспоминать, особенно в «Красной Пресне», мы всегда заканчивали тренировку игрой «Молодые на ветеранов», да, это там 4-4. Я помню, такие происходили зарубы на площадке, что потому что мы молодые, за счет там и быстроты, и техники какие-то, ну, много доставляли проблем, да, ветеранов. И Олег Иванович как раз тогда играл. И он играл все время, стелился в подкатах, кипел, кричал. Для людей моего поколения было невозможно представить, что «Спартак» тренирует не Бесков, да, потому что, ну, какие-то доисторические времена. Я, конечно, знал, что «Спартак» улетал в класс «Б», но это я был совсем ребенком. А потом уже, вот, собственно, Бесков до самого Романцева «Спартаком» и руководил. Тогдашние журналисты, тогда средний возраст пишущего в центральной прессе спортивного журналиста был гораздо выше, чем сейчас. Люди были 40-50 лет в основном, да, главные такие, которые писали. Может быть, чуть-чуть моложе. И я так понимаю, что все они рассматривали смену тренера в «Спартаке», а скорее за конец эпохи Бескова, как нечто логичное, потому что они, конечно же, были осведомлены о том, что у Бескова всегда были сложные, непростые отношения с Николаем Петровичем Старостиным. Вот, и в какой-то момент они вполне могли прийти в окончательный упадок. Между Старостиным и Бесковым все равно были трения, определенные, это внутренние трения отношений «Динамо» и «Спартака», никуда от этого не денешься. Я все время говорю, 90-летний Старостин отправил на пенсию 75-летнего Бескова. Романцев – это был человек, который до этого был капитаном «Спартака» и сборной Советского Союза при не только своем тренере спартаковском Константине Ивановиче Бескове, но и при Валерию Васильевичу Лобановскому, где преобладали игроки киевского «Динамо». Можете себе представить, какой это был характер и какой это был класс игрока? Именно на Романцеве остановил свой выбор Николай Петрович Старостин. Во-первых, это было обставлено как выбор. Выборы игроками. Выборы игроками, возможно, кем-то там еще. Я уже не знаю, персонал клуба, возможно, участвовал в этом или нет. Но выбор был, конечно, предрешен, потому что вот если сейчас вспомнить, конкретно Романцева был Денис Серафимович Ловчев, вот он человек очень мудрый, но наивный. Вот он до сих пор думает, что это действительно были выборы. Хотя сам он рассказывает так, что встретился со Старостиным чуть ли не на улице, и Старостин предложил ему в этих выборах поучаствовать. Ну, соответственно, я думаю, что просто для того, чтобы была альтернатива. Я шел к метро, к «Динамо», и, переходя Ленинградский проспект, Николая Петровича догнал. И говорю: «Николай Петрович, здравствуйте». И он мне вдруг оборачивается и говорит: «О,
ты как, ты чего здесь, ты сейчас в Москве, да, ты мне нужен. Это потом я понял, что вот против как бы Бескова, но на вот фоне того выборного, да, надо было несколько фигур, которые выбирают Спартак, вроде бы выбирают Спартак себе тренера. Буду говорить как есть. Я поехал к Саше Бубнову, который был в команде. Я говорю, Сань, что чего? Он говорит, у тебя шансов нету. Я говорю, как и почему? Как-то ночью мы с ним разговаривали. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что Романцев на Красной Пресне в бане встречался, там был Черенков, по-моему, Хидятулин, Досаев точно был, и там было обговорено, что вот он будет. Но самое главное не в этом, что они поддержат его, проголосуют и прочее. Самое главное в том, что Старостин вел туда главным тренером Романцева. Естественно, Ловчев это для публики просто еще один спартаковец, будем так говорить. То есть выбор был сделан, но была нужна иллюзия демократии. Да. Мы с Игорем Шалимовым уезжали в молодежную сборную на месяц. Тогда такие турниры проводились в Индии. И мы там 3 года подряд туда ездили. И вот как раз в один из этих периодов мы уехали в Индию на этот турнир. И когда приехали, я помню, первая тренировка была в манеже «Спартака». Я захожу в манеж и вижу Васю Кулькова, да, стоит Вася. А Вася на тот момент как раз в «Спартаке» не был. Ну, почему я говорю про Васю? Потому что Вася... А мы же в «Пресне» вместе были, да. И он потом ушел в «Спартак» Орджоникидзе, тогда назывался, да, «Спартак»? С Романцем, правильно. И я смотрю, Вася стоит в холле, да, спартаковского манежа. Я говорю, Вася, ты что приехал? На тренировку посмотреть, говорю. Посмотри, как мы тренируемся, говорю. Вася тоже обладал этой скромностью. Он мне говорит в ответ, да нет, я так же тренироваться. Я говорю, как тренироваться? Ты-то при чем здесь? Говорю, здесь же Спартак тренируется, московский. Ну, я так, да, с такой немножко, да. И вдруг в коридоре вижу Олега Ивановича Романцева стоит. Я говорю, не понял. Ну, я говорю, такой момент был, потому что, говорю, мы месяц в Индии, представляешь, мы приехали, у нас голова кругом, мы не понимаем, где, чего, как, и что, и вдруг встречаю двух своих, как бы, близких на тот момент друзей, да, я имею в виду, ну, Вася, с которым мы играли, да, много-много лет, и Олег Иванович. И, конечно, тут Олег Иванович подходит и говорит, да, Александр, давай, не шути, иди в раздевалку, переодевайся. И тут, конечно, я уже сразу понял все, потому что, в принципе, до того, как мы уехали в Индию, мы же уже знали, что тема ухода Бескова из «Спартака», она уже возникла, уже все время говорили, ну, по крайней мере, ребята, да? Бросается в глаза, часто курите во время матчей, это видят не только ваши дети, а миллионы телезрителей, в общем-то, пример недостойный подражания. Да, это большой недостаток, от которого пока я не могу освободиться, хотя был год, когда я работал в Владикавказе, бывшем Орджоникидзе, я практически год не курил, переехав в Москву на работу в «Спартак», снова подвергся этой пагубной привычке, хотя, скорее всего, нужно с этим, конечно, заканчивать. В таком возрасте исправить привычки, пока он сам этого не захочет, нет? 35 лет, ну, на самом деле, я, конечно, понимаю, что сейчас кажется, что такие молодые тренеры – это нынешний тренд, но посмотри, во сколько главным тренером Киевского «Динамо» стал Лобановский. Вернее, еще не «Динамо», а вот его предшествующая работа в Днепре, в частности. Он практически сразу после окончания карьеры, ему было едва за 30. Вот. Такие случаи, безусловно, бывали. Ну, наверное, здесь важно, что это были решения, которые кто-то так или иначе брал на себя. Вот. Было кому взять на себя. В Киеве, наверное, это, в конечном счете, был там глава Компартии Украины Щербицкий, я думаю. Да? А, ну, тоже, наверное, с чьей-то подачи. А в «Спартаке» это решил Старостин. При всем мастерстве Романцева как тренера и психолога, он пришел не на выжженную землю. До этого команда 10 раз входила в тройку призеров. 2 становилась чемпионом. «Спартак», который стартовал в Еврокубках осенью 90-го года, и «Спартак», который стал чемпионом годом раньше, это не совсем одно и то же, потому что в «Спартаке» первого призыва появилось сразу несколько ветеранов, я сейчас не вспомню всех, но Сочнов, вот в частности, защитник, вот, которые еще с Романцевым играли.
То есть сначала Романцев собрал стариков, укрепился стариками. И это дало, конечно, определенный баланс команде. А вот против Наполи уже выходила играть совсем другая полузащита с Шалимовым и Мостовым в центральной зоне, с Карпиным, с Кульковым. Вот. И это, конечно, была другая команда в принципе. Они все уже были, но Шалимову и Мостовому просто требовалось время, чтобы повзрослеть. Бонасейра, добрый вечер. Для того, чтобы собрать игроков в начале 90-х, можно ли сказать, что витриной, да, для этих приглашений была еврокубковая кампания в 90-м году, когда прошли Наполи, когда прошли Мадридский Реал, и это обеспечило как раз очень хорошие позиции с точки зрения приглашения игроков? Конечно. Конечно, и самое главное же ведь это не один год какой-то. Спартак все время участвовал в Еврокубках. Много поездок за границу, а этим жили. Этим жили. Ну, что греха таить, привозили шмотки, продавали, и не только Спартак, и многие. Сдавали там в комиссионки, зарабатывали деньги и через поездки за границу. Сама фигура Старостина была такая, что он мог квартиры делать. А в Москву переехать и квартиру трехкомнатную получить, это тоже же благо. Если вспоминаю вот наши посиделки, да, эти разборы, да, после игровые, здесь уже спорить с Романцевым на первом этапе вообще никто не спорил. Он выбирал, как бы сказать, одного на тот момент, Валерку Карпина, который был, и начинал все разборы, как бы, заниматься вот разбором его игры. Поэтому другие сидели, отдыхали, радовались, что их не трогают. Хотя ошибались многие, да, и я ошибался, и кто только не ошибался, но почему-то у нас вот заострилось внимание, всегда было, начинали с него, с разбор всегда начинал с него, и мы так думали, ой, хорошо, хорошо, побольше бы ему доставалось, а мы бы там прятались. Очень успешно влился Карпин, в общем, футболист, про которого все знали, что у него выдающиеся, так сказать, качества, в первую очередь, с точки зрения скорости и выносливости, но он не играл даже за молодежную сборную. Вот у него была репутация игрока совершенно нетехничного. И поэтому эволюция Карпина меня всегда впечатляла, поскольку вот было видно, что он сам себя строит. Он каждый год прибавлял в своей игре что-то новое. Вот. Ну, а Кульков – это, в принципе, игрок Романцева. Тогда, я помню, перед началом матчей объявляли составы во всеуслышание, уже футболисты стояли на поле, и объявляли только имена и номера, но еще и спортивный разряд. Да, и вот среди мастеров спорта международного класса, сложных мастеров спорта объявляли перворазрядник Василий Кульков. Это было невероятно мило. Багаж был бесковский? Конечно, он был. Но то, что я говорю, мы же не отрываем, да, Бескова от Романцева, Романцева от Бескова. Потому что, ну, это Спартак, это Спартак. Как ты вот задал вопрос про тренировочный процесс, я изменений тоже не заметил. Все было те же тренировки, те же квадраты, те же игра в одно, в два, три касания. Поэтому я думаю, что и багаж, и Бескова был, и что-то новое там. Ну, не в большой степени там спартаковское от Романцева было. Когда ты обыгрываешь Реал в решающем матче на Бернабеу в марте, когда сезон в марте еще только начинается. 3-1. Да, 3-1, совершенно верно. Еще у нескольких ведущих игроков, между прочим. Например, Мостовой не играл, который это был ведущим игроком Спартака. Там играл Валерий Попович и Олег Иванов, например. Да, вот такие звезды там действовали. Уважаемые, безусловно, игроки, но это там реально Спартак играл без двух или трех игроков основного состава. Вот, и при этом прошел дальше, поэтому эта победа над Реалом и эта победа над Наполи совершенно не чета нынешним успехам, допустим, в группе, ну, просто потому, что это уже игра на вылет, это разные совершенно вещи. Ну, выиграли тогда у Наполи, сели, помыли, сели в машину и поехали. В одну машину, причем четвером сели и поехали, потому что машина, и то не помню, чья это машина была. Или, кстати, да, кстати, многие даже на автобусе поехали, потому что в Лужниках была игра, да? Ну, разъехались, и все, и никто не вспоминал, потому что не было этого такого пиршества или еще чего-то. На следующий день вышла она газета с одной фотографией, не знаю, там все гадали, кого же поставят на эту фотографию, да, какого футболиста, потому что тогда же тоже было две газеты. Ну, я вот, к сожалению, не помню, хотя на тот момент последний пенальти как раз-то бил я, да, и ворота Наполи, все решалось из-за этого пенальти. Чувствуется волнение,
лично спартаковца. Да и все мы, наверное, переживаем за команду. Ну и в частности сейчас за Александра Мостового. Удар, гол! Все на этом заканчивается. Спартаковцы со счетом 5-3 побеждают по пенальти неаполитанский клуб Наполи. Ну, я точно не попал, по-моему, на газету. Не помню, да. У Бескова была все-таки более изящная команда. И не случайно Романцев обратил свой взор на Украину, выиграв конкуренцию у Валерия Георгиевича Газаева. Романцев пригласил Никифорова и Цимбаларя из Одессы, и Анопко, которого, ну, мы знаем, как Анопко играл. Да, это был такой краб, который вот за счет нескольких шагов, вроде не спеша, мог отобрать мяч у кого угодно, плюс еще хорошая игра головой. Олегу Ивановичу удалось вот эти вот компоненты, которых не хватало, по мнению того же Леонида Буряка, который играл в киевском «Динамо», но играл у Бескова в сборной, и который говорил, что соедини «Спартак» и киевское «Динамо» вместе, и это будет непобедимая команда. Вот я думаю, что Олегу Ивановичу удалось вот это сделать. Наполи и Реал Мадрид, и еще несколько было, да, хороших игр, там, я вспоминаю, перед годом немножко раньше «Аталанта», там еще кто-то, да, конечно... В голову футболистов, которые приходили в «Спартак», конечно, это закладывалось, и человек, когда делал выбор между одной или другой командой, да, мы же помним, когда страна развалилась, как раз после этих побед, мы же одни из первых уехали за границу, молодые, да, а «Спартак» начал набирать на тот других футболистов со всего Союза, да, со всего Советского Союза, и ребята наверняка видели и знали, да, что «Спартак», куда они идут, они же понимают, что они идут в команду, которая совсем недавно обыграла там Наполи, Марадоны, там Реал Мадрид, там с Бутурагени и с остальными. Чем наше руководство заинтересовывало игроков в советские времена? Тем, что у нас очень много выездов за границу, это валюта. У всех одинаковые приблизительно зарплаты, не приблизительно, одинаковые, только динамовцы и армейцы получали за звание, короче говоря, ну, зарплат чуть-чуть да. больше, но зато «Спартак» больше ездил за границу. И, естественно, «Спартак» все равно, хочешь не хочешь, 10 раз выиграл там кубок, столько-то выиграл первенство, все равно лидер какой-то. И чтобы не идти в армию или куда-то, они же не из киевского «Динамо» забирали-то, понимаешь, в чем дело? Оттуда не заберешь. А они забирали из Одессы, из «Шахтера». Но в полуфинал Кубка чемпионов до этого выходил только Лобановский на следующий год после второго своего Еврокубка, если я ничего не путаю. После первого, по-моему, нет, не доходили они так далеко. Для «Спартака» это был вообще уникальный результат. А, ну, конечно же, после этого трудно было не доверять Романцеву. Ну, он, кстати говоря, после этого в Европу мог уехать. Так что его, что называется, не отпустили. Вот. Сказали, доработать до конца сезона, ну а кто же там будет тебя ждать? Это была история с «Депортиво Лакаро», там действительно был подписанный контракт. Вот. И, собственно, если бы не было этой истории с «Депортиво», я думаю, у Романцева не было бы такой долгой жизни в «Спартаке», потому что он тогда понял, сколько должен получать нормальный тренер, в частности. «Спартак» на то время, вы же помнишь, Советский Союз, это «Спартак», «Динамо», «Киев». Всегда было «Динамо», «Киев», «Спартак». Поэтому, если они ушли в «Динамо», «Киев», значит, они пришли в «Спартак». Другие команды не рассматривались, московские. Хотя, правильно, предложения наверняка были. Ну, я думаю, что выбор «Спартака» перед «Динамо», он был очевиден. И я бы, наверное, так же поступил, если бы у меня такой выбор был. Я бы тоже, наверное, пошел в «Спартак», потому что у меня в голове было две команды. «Динамо», «Киев», «Спартак», «Москва». Я увидел этот футбол, особенно, по-моему, 4-1. «Спартак» обыграл киевское «Динамо» в Киеве. И я уже тогда в киевском «Динамо» был, и был на скамейке запасных. И вот этот футбол настолько меня тронул, мне просто было огромное желание почувствовать, поиграть в этот футбол. Мы же отличались чем? Тем, что у «Спартака» тренировочный процесс был всегда, мы так в шутку, да, смеялись, все время с мячом. Все тренировки, у нас физических нагрузок особенно не было. Не было, да, там на предсезонке, где-то там, может быть, с утра, тогда, кстати, еще трехразовые тренировки были, мы еще застали времена, когда зарядки были, да, это мы на зарядку должны были в 8 утра выходить. Поэтому и у Романцева происходило, ну, можно сказать, одно и то же, что и у Бескова, да, чем мало чем отличалось, да, поэтому возвращаюсь опять к тому, что все происходило через мяч, все с мячом, эта техника, конечно, выходила на главные роли, если человек технически оснащен,
если он видел, что человек не технически оснащен, он добавлял, да, он показывал там или там делал какие-то упражнения, заставлял делать, да, вот эти игры там в одно, в два касания, в три касания максимум. Почему «Спартак» отличался тем временем, да, потому что старались играть там в одно, в два, в три касания, не больше. Но это проходило все на тренировках. Не забывайте, что у Романцева главным и почти единственным упражнением на тренировках был квадрат, самые разнообразные квадраты. Не техничный футболист не может этим заниматься в принципе. Вот. Футболист, у которого нет достаточно серьезных базовых данных. И мало того, дело даже не в том, что нужно уметь играть в квадрат. В принципе, можно сказать, что в любой спортшколе дети играют в квадрат. Я имею в виду, что если человек выделяется в худшую сторону от остальных в техническом оснащении, он постоянно выглядит там дураком, он просто не нужен. Поэтому, я думаю, у Романцева такая установка, в частности, тоже была. И я еще раз говорю, что поначалу, вот непосредственно после распада Союза, когда стало понятно, что какие-то сильные клубы не попадают в чемпионат России, будет чемпионат России, и, собственно говоря, все будет по-другому, я просто думаю, что он быстрее всех сообразил. И действительно, они набрали сверх мер. У вас была попытка прямого перехода, да? Да. Из Киева. Да. Вот как это было? С чем вы столкнулись? Как вы поняли, что это невозможно? Ну, а мы делали турне по Латинской Америке, бывший там был тренер сборной, и так контрольные матчи были в Коста-Рике, там Тринидад-Тобаго. И потом, когда в Шереметьево мы прилетели, начальник команды меня встретил, Спартака, по-моему, Жиляев. И говорит, там Олег Иванович в машине ждет, он хотел с тобой переговорить, Сергей. Я говорю, да, хорошо, Романцев сам ждет в аэропорту. И я говорю, да, хорошо, я багаж получу. Он подождал, взял багаж, и мы пошли в машину, в Волгу. И Олег Иванович был конкретный, говорит, Сергей, я хочу, чтобы ты перешел в Спартак, потому что я вижу тебя в Спартаке игрока, и очень хотел бы. Я говорю, я тоже как бы хочу попробовать футбол, и я бы с удовольствием. Он говорит, ну тогда осталось только заявление написать. Я говорю, да, с удовольствием. Я пишу заявление в машине, все официально подписал, то, что я перехожу, там заявление нужно было писать. И по прилету в Киев буквально сразу это в СМИ прошло, что там тогда Реал Мадрид, вот, и противостояние будет и Юран, и Санчес, по-моему, нападающий Реал Мадрида играл, забивал тоже. И у меня на следующий день Веремеев был начальник команды, говорит, завтра, говорит, поедем, говорит, ЦК вызывают. Я говорю, ну поедем, хорошо, здорово. И мы приехали туда, по-моему, второй секретарь, я не помню, после Щербицкого, то есть приглашает меня. Я зашел в кабинет, и он там что-то подписывал, сидел так. Говорит, у тебя родители, Сергей, где живут? Я говорю, в Варшавграде. А брат, я говорю, тоже в Варшавграде. Ну иди думай. Молодой парень, там мне сколько было, 21 год, я вышел, мне спрашивают, Веремеев, ну что, как беседа, что-то быстрая. Я говорю, ну он спросил, где родители живут, где брат. А ты, говорит, не понял? Я говорю, нет. Ну ты хочешь, чтобы у них там проблемы были на работе, как бы это? Я говорю, нет, конечно. Он говорит, ну тогда какой Спартак? Вот такая ситуация у меня получилась с первым переходом. Это 90-й год где-то был? 90, да. Ну, в Спартак я пришел, для меня это было, наверное, что-то вообще запредельное. Потому что я даже, знаете, когда команда пьет воду там после тренировки или где-то вот рядышком воду, я даже стеснялся подойти воды попить. Я шел после тренировки. Там, где туалет был, там кран, я из-под крана воду пил. То есть я настолько был, мне было неудобно, наверное. Все-таки передо мной были такие футболисты, и сама по себе вот эта мощь команды, которая была, наверное, все-таки я стеснялся, может быть, боялся даже. Когда, например, тот же Пятницкий, который уже играл в «Спартаке», и Саша Тарханов, который должен был тренировать Пахтакор в чемпионате Советского Союза 92 года, который не состоялся в силу определенных обстоятельств, потому что Советского Союза уже не было. Когда Пятницкий и Тарханов сказали Кеченову, приходи в «Спартак», то, конечно, он, не задумываясь, собрал вещички и поехал в Москву. А дальше уже как снежный ком. Условно говоря, тут и Рашид Рахимов захотел играть в «Спартаке», и Цхададзе захотел играть в «Спартаке», и Чернышов захотел играть в «Спартаке», и мы можем перечислять, перечислять, перечислять.
Спартак уже привлекал. Он выиграл один чемпионат, он выиграл другой чемпионат, он выиграл международные матчи, и людям хотелось тоже выигрывать. Я об этом никогда с ними не разговаривал, но полагаю, что Романцев с самого начала собирался делать, условно говоря, команду звезд. Не команду звезд, а команду звезд. И возможность собрать по-настоящему качественных игроков, которых не нужно обучать азам, в частности, да, когда такая возможность представилась, он ею и воспользовался. Потом, когда распад произошел, естественно, уже я за сборную России, естественно, мне попроще было. Но все равно отголоски были. Когда я к родителям приезжал в Луганск, а вошла в РАД, все-таки то же самое, так, где-то на улице, ну что, он там Спартак, там, это же неправильно, там, ну, это моя спортивная жизнь, поэтому я считаю, что я поступил правильно. Самое впечатление, конечно, это мое проживание с Федором Федоровичем Черенковым в одном номере. Это, наверное, удостоилось меня, знаете, свыше, наверное, чтобы пожить в номере с таким человеком. Да, хоть он немного разговаривал, как бы мало общался, больше лежал, отдыхал, но все равно были моменты, когда мы общались, и вот это вот само присутствие Федора Федоровича, наверное, оказало какое-то на меня влияние. В плане человеческого, знаете, общения, в плане тренировочного процесса, как он вел себя, как он подавал себя на тренировках. Поэтому это дорого стоит. Да, вот даже на базе как-то вот оно ощущалось. И ощущалось оно потом и на поле. То есть из поколения в поколение, вот спартаковский вот этот футбол, тренировочный процесс, где все это ты ощущал на себе. И ты из тренировки, если киевском «Динамо», они были вообще другой направленности, ты настолько уставший, и вот не было вот такого удовлетворения от тренировки и удовольствия. Кайфа меньше было? Да, да, меньше кайфа, больше все-таки такой вот нагрузочный, где ты быстрее бы там отдохнуть. А в «Спартаке», ну да, то же самое, интенсивность, все, но настолько, но еще и потом сидел после тренировки так с удовольствием я провел тренировку. И особенно, когда я ощутил это и на играх. А вот когда за «Спартак» в Лиге чемпионов, конечно, это ну, потрясающее было такое ощущение внутри. У вас была тогда дистанция вот эта, о которой постоянно говорили? Дистанция Романцева и игроков? Ну, лично у меня не было. Лично у меня не было. Но я говорю, я застал немножко другой период, потому что когда «Союз» развалился, я уехал, и все. Остальной период я уже не знаю. У меня мы встречались когда в сборной, когда был, и там никакой дистанции не было. Потому что, говорю, я появился у Олега Ивановича там, в 17 неполных лет, поэтому у меня дистанции никакой не было. Олег Иванович сам по себе был человек немножко закрытый, поэтому ясно, что он не выходил. Другой выйдет и будет разговаривать со всеми, да. В «Спартаке» это было, мы всегда собирались в комнате перед там, обедом или это, сидели, играли. В «Домино» всегда очень любили играть. Да, с Романцевым? Конечно, всегда. Он всегда играл с Жиляевым в паре, да, а мы играли всегда там. Это, и очень-очень интересно, открыто и весело проходили эти игры за «Домино». Они не любили проигрывать, ну, получалось, что они проигрывали нам проигрывали, да. Ну, нет, весело было. Романцев, что за человек был тогда? 89-й год, когда он возглавил команду, ему ведь было всего 35 лет, как сейчас Тедеско. Mm-hmm. Ну, то есть, 92-й, когда вы пришли, это 38 лет, по-прежнему достаточно молодой человек. Ну как, ну, молодой человек, да, вопросов нет. Но у молодого человека уже все-таки были определенные титулы, и довольно-таки немаленькие, когда команда выигрывала чемпионат СССР. Было понятно, что это ставленник Старостина? Ну, конечно, понятно, потому что человек, который играл в «Спартаке» долго и уверенно играл, и показывал определенный футбол, и, конечно, те традиции, которые он впитал в себя с игрой, в отношении внутри команды, болельческое отношение, подача самого «Спартака» в массы и все остальное, конечно, да. Самое запомнившееся чемпионство и самое важное для вас чемпионство? Ну, это 96-й год, конечно, когда тренером был Ярцев. Ярцев Олег Иванович присутствовал, но тренером был Ярцев, потому что на тот момент на нас никто и не рассчитывал, и многие футболисты уехали перед сезоном, и молодежь у нас, много очень молодежи влилось в команду. Если честно, мы даже сами думали, как мы будем играть, какое место мы сможем занять. О чемпионстве тогда тяжело было думать. Ежегодное нормальное состояние, когда одни футболисты уходят, другие приходят и играют, молодые подключаются. Когда-то я тоже 2 года назад был.
Поэтому это нормальное состояние. Осенью 95-го «Спартак» выдает 6 побед в групповом этапе Лиги чемпионов, но при этом уступает титул Алании. Олег Романцев решает сосредоточиться на работе в сборной. И в «Спартаке» происходит рокировка, похожая на то, что спустя долгие годы произойдет в стране на высшем уровне. На год Олег Романцев вверяет власть в клубе Георгию Ярцеву, своему партнеру по «Спартаку» 70-х, ну а позже ассистенту в тренерском штабе «Красной Пресни» и в самом «Спартаке». Задача для Ярцева – омолодить команду и удержать позиции. Ярцев возвращает спустя год «Спартак» Романцеву в статусе чемпиона страны. '95 год – это Легия в Польше. Он просто объявил, что я ухожу в сборную. Он просто убедительно рассказал, почему он не хочет эту команду отдавать в другие руки. И задача это была не опуститься и хотя бы быть в зоне Еврокубков. Понимал ли Ярцев, что это временно, ему придется вернуть пост главного тренера? Я думаю, Ярцев над этим в тот момент не думал. Потому что, когда мы собрались в просторном номере гостиницы в Варшаве, после матча с Легией отмечать окончание сезона и шестую победу в Лиге чемпионов. И Романцев сказал, что я пришел к выводу, что именно ты, Георгий Александрович, возглавишь «Спартак». Георгий Александрович развел руками и сказал: «Олег Иванович, да вы что? Да как же так? Да нет, да...» После этого Николай Петрович уговаривал Олега Ивановича остаться и говорил: «Олег, я тебя очень прошу, на общем собрании команды, на котором я присутствовал, я тебя очень прошу, не бросай команду». Но Олег Иванович был категоричен: «Я буду заниматься сборной, но, естественно, команду не брошу». 95-й год – это победное шествие в Лиге чемпионов, но чемпионат-то был проигран. И даже больше, даже эти бронзовые, что ли, медали даже и не отмечали. На тот момент, после 95-го года, после Лиги чемпионов, ушло много ребят. Ушли, у кого-то была договоренность, то, что, допустим, этот чемпионат закончится, и они уедут. Много ребят ушли. И вспомните с Нантом, сколько молодежи у нас было. И Олег Иванович как раз в сборную ушел. Вот. И как бы у нас осталась молодежь, ну и Георгий Александрович Ярцев, да. Ну, вот. Но это как раз был стимул для нас, для молодежи, чтобы доказать, что как бы мы можем это сделать. Да, это было тяжело очень, да, наполовину новая команда, нету тех мастеров, которые у нас были, но видите, мы сезон этот вытянули. Одно было приглашение Сергея Верлуковича, тогда все крутили у виска, говорили: «Ну, Ярцев, он вообще в футболе ничего не понимает, чтобы Верлукович». А мне нужен был, как это, дядька, опытный, грамотный. Первый тайм стал демонстрацией русского стиля игры в футбол, русского настроя и в полном смысле слова откровением. По-другому и не назовешь такой раритет, как дриблинг Горлуковича. Локальные неудачи поглощаются общим впечатлением от феноменальной игры. Несчастья начались с самого начала. Просто вот первая же тренировка в новом году. Миниску цимбаларя через 5 минут тренировки, даже еще не приступая к нему. На 72 дня Илюшу, царство небесное, зарезали. Первый турнир в Германии, перелом у Хлестова, тяжелейший. Первая игра в Нант с Нантом, это болезнь Рамиса. Просто уже он был заявлен и почувствовал себя на разминке. Мамедова, плохо. Да? Да. Пришлось его снимать. Тихонов раскрылся именно в этот сезон? Да, Тихонов раскрылся в этот сезон. Тихонов потрясающе играл в нападении за «Спартак» в матчах дублирующего состава. Он забивал и по 5, и по 6, и даже там по 7 мячей. Но как только выходил в линию атаки основной команды,
как будто это был другой Тихонов. И вот когда команда вернулась из Швейцарии, Ярцев сказал: Олег Иванович, ты себе не представляешь, как Тихонов выглядит на левом краю полузащиты. У меня нападающих хватало, а левого полузащитника не было. И я говорю: Андрей, давай сегодня полузащитника сыграй, а потом опять вернешься в нападение. И он сыграл так в том товарищеском матче, что больше он в нападение не возвращался никогда. Кто были главные открытия той команды? Ну, скорее всего, это Егор, конечно. Егор, Оленичев, Тихонов, они все же прибавили в прошлом году. Костя Головской, Липко, Ширко, Жбанов, они все, Люша Милешин. Я думаю, что эта победа должна быть посвящена нашим болельщикам. Тем людям, которые верили в команду, тем людям, которые в трудную минуту помогали нам. И вы посмотрите заполненные трибуны стадиона Петровский. Народ не обманешь, если в трудные времена болельщик вернулся на стадион, чтобы поддержать «Спартак». Значит, мы окружены людьми, которые верят в нас. И эту веру, я очень рад, что молодое поколение спартаковское эту веру поддержало. Я очень рад, что слова «патриотизм», «честь флага», «честь клуба» – это не пустые слова. Мы чемпион! Мы чемпион! Мы чемпион! Мы чемпион! Мы чемпион! Мы чемпион! Георгий Александрович понимал, что придется отдать пост главного тренера обратно. Я думаю, что, конечно, понимал. Я думаю, что понимал, и не то, что понимал, и знал, наверное, об этом. Поэтому, я думаю, они же друзья, и какие-то договоренности все равно с ними были. То есть Олег Иванович шел в сборную, Ярцев работает, как это будет. Вы оговаривали изначально, что когда Олег Иванович уходит из сборной, он возвращается в «Спартак». А как это нужно? Как заранее можно было оговаривать этот вариант, когда мы что, знали, как на чемпионате Европы выступит? Мы что, знали, что там будет эта буча? Все забывают. Дело все в том, что как-то у нас вычеркивается это все. А то, что там творилось в сборной. А ведь сборная была очень хорошая. Сборная была добротно выстроенная. И если бы, вот о чем мы говорим, если бы характер, заносчивость некоторых игроков была в норме. Я считаю, что... Я, например, считаю, что многих, если бы знал, так он бы, наверное, и не взял. Но это же были его практически воспитанники. Это были люди, которых он воспитал. Это с самого начала было вопросом, вернется ли власть к Романцеву потом. Но никто не ожидал, что в итоге, когда «Спартак» стал чемпионом, и, в общем, роль Ярцева в этом в любом случае была велика, вот. Никто не ожидал, что просто в один день так вот раз, ну, я вот вернулся. Это действительно немножко напоминает транзит власти 2012 года или какого, или 2010, когда у нас вернулся Владимир Владимирович к власти после Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот. Ну и 96-й для Романцева был, безусловно, очень тяжелым периодом, потому что, конечно же, на Евро он как тренер потерпел фиаско во всех отношениях. Из Англии Романцев вернулся сломленным человеком. Его интервью, данное в аэропорту корреспонденту НТВ, противоречило декларированной ранее готовности подать в отставку в случае провала. Вместо успеха Романцев пережил страшный кризис. Он остался не у дел. Освистываемый болельщиками, он больше не сидел на скамейке запасных во время матчей. Конечно, возвращение Романцева в «Спартаку» было бы необходимо. Но обустроить его так, чтобы это не вызвало раздражение, тоже внутреннего раздражения у болельщиков, не получилось. Не случайно, когда вот следующей осенью «Спартак» проиграл «Кошице», не прошел в группу Лиги чемпионов, что это просто было немыслимо. И, конечно же, это нанесло клубу огромный удар финансовый. Его стали освистывать. Была колоссальная обструкция. И, в частности, он не приехал на следующий календарный матч «Спартака» домашний. И на скамейке сидел Ярцев, вот, которого трибуны приветствовали. В общем, конечно, это все было ему непросто пережить. Как ты считаешь, вот это скандирование, там ведь скандировали «Романцев, убирайся». «Романцев, убирайся», да. «Романцев, убирайся! Романцев, убирайся! Романцев, убирайся! Романцев, убирайся!» В этом было заложено, какое-то чувство несправедливости у болельщиков как раз по поводу того, что Романцев отодвинул Ярцева после того чемпионского сезона. Ну, там, как всегда, намешано очень много всего разного. Потому что
Безусловно, да. Безусловно, да. Вот. Но нужно понимать, что к этому времени как раз «Спартак» оказался в некотором кадровом тупике, потому что другого поколения, в общем-то, не было. Взять игроков готовых сразу было особенно негде. А тот состав, которым в 1996 году выиграли чемпионство, ну, в общем-то, мы видим, что из тех, из той молодежи отнюдь не все сделали потом блестящую карьеру. Вот. И мудрому тренеру, наверное, просто опытному тренеру было понятно, что команду нужно заново укреплять, усиливать и прочее, прочее, прочее. Вот тогда была не очень точная селекция. Как раз тогда появился, собственно говоря, к осени. Он впервые появился в, как раз в матче с Кошицей, по-моему, Луис Робсон. Вот, «Спартак» попытался начать осваивать какой-то международный рынок, а опыта не было никакого. Ну, в общем, игровой кризис был до известной степени предсказуем. Хотя, конечно, Кошица надо было проходить. «Спартак» был значительно более классной командой, чем Кошица. Вряд ли в этот вечер был в России человек более ненавидимый, чем он. Толпа болельщиков жаждет его отставки. По слухам, в завтрашний матч «Спартака» с «Зенитом» фаны устроят акцию молчания, прерываемого только антиромантовскими кричалками. Но вряд ли у Олега Романцева есть сейчас выбор. Он не может уйти. Он обязан сделать «Спартак» чемпионом и в будущем году пробиться в чемпионскую лигу. От любви до ненависти один шаг. Однако никто не измерял расстояние от ненависти до любви. Возможно, Олег Романцев станет первопроходцем этого пути. Возможно, он гений, и не нам его судить. Гений или... Тогда спортивный редактор «Центра Плюс» руководил Алексей Бурков. Вот, который прекрасно знал о наших латентных отношениях с Романцем, спросил меня, что я буду делать по поводу этого. Я сказал, что покажу, как есть. Вот хорошо, только хочу посмотреть перед началом эфира. Я говорю, ничего не буду просить тебя изменить, мне просто нужно знать, к чему готовиться. Вот, и он зашел, посмотрел перед эфиром материал. Он говорит, ну, имеешь полное право давать. Вот, я так думаю, что в «Спартак» ты больше не поедешь. И он сказал не то, что я тебе запрещаю, это была его оценка возможной реакции. Но он, человек был мудрый, он оказался абсолютно прав. Чем дальше, тем больше Романцев терял чувство реальности. О пребывании сборной в Англии ходит немало небылиц, стоит рассказать о фактах. Проводя установку к матчу с итальянцами, Романцев не заметил отсутствия на ней Амари Тетрадзе. Точно так же на разборе игры не заметили отсутствие Колыванова, что не помешало тренеру, обращаясь к отсутствующему, анализировать его ошибки. А уезжая в аэропорт, сборная опять забыла одного из игроков в отеле. Вась, твой конфликт с Романцевым, он ведь был во многом связан как раз с твоим материалом после Кошицы. Он просто к тому моменту окончательно все оформил. Натянутые отношения с Романцевым были задолго до того. Для тебя это закончилось отстранением от эфира в итоге? Ну, в конечном счете, да, хотя отстранение от эфира было вызвано другими причинами. Но теперь я это точно знаю, но это уже тоже старая история, нечего вражать. Но это вот был подтекст ваших отношений с Романцевым? Ну, это подточило мои позиции, скажем так, потому что через некоторое время Романцев стал тренером сборной снова, и стало понятно, что ну просто реально невозможно работать таким образом, страдает качество передач. Тем не менее, мое отстранение было ловкой интригой, вот, которая, так сказать... На что сказал воспользоваться? Савик Шустер? Да, Савик Шустер. Я об этом совершенно не жалею сейчас уже, потому что у меня появилось время многое переосмыслить, скажем так. Я практически полгода, в сущности, вообще ничего не делал, только комментировал футбол. Романцев был человеком, который чувствовал себя в нашем футболе самой влиятельной фигурой. Мог позволить себе иногда удивительные слова. Например, как-то раз он, будучи недовольным съездом, сказал, что определенно есть в стране люди, которые не хотят победы «Спартака» в чемпионате. Бляха, ну, конечно, они есть. Это еще 15 команд. Чемпионат России по футболу. Конечно же, они есть. Но тем не менее, он произнес эти слова там, да. Ну и потом я просто понимаю, что какой-то, наверное, у него какая-то была изначально такая, я бы сказал, идиосинкразия по отношению ко мне. Вот. Расшифруй. Ну, такое бывает. Ну, идиосинкразия, непереносимость. Ну, не нравится, и все. Так вот, я, например, не могу слушать Шмурнова. У меня к нему идиосинкразия. Лужники – один из символов побед романцевского «Спартака». И вместе с тем – один из символов неустроенности России 90-х. Многие помнят тот рынок, который был тут в то время. «Спартак» с этой неустроенностью как-то умудрялся уживаться. А в чем-то скорее даже идти ей наперекор. Сразу после «Черного вторника» в 94-м, глубочайшего экономического кризиса, «Спартак» выдает серию в Лиге чемпионов из 4 матчей без поражений. А в 98-м, сразу после дефолта, «Спартак» вот здесь, в Лужниках, обыгрывает мадридский «Реал».
Игровая активность берет короткую паузу. И в этот период понижение спартаковской концентрации Реал наконец вымучивает гол. Испанская радость показательна. Разминка резервистов по поводу открытия счета практически не прервалась. Реал, видимо, посчитал, что взял положенное. Пока испанцам везет. И пробудившаяся своенравность Хидинга дает об этом знать. На самом деле Реал хозяин счета, но не положение. Силы Спартака в его несгибаемости. Красно-белые маневры для Реала по-прежнему ребус без отгадки. Фолы против спартаковцев – это побочный эффект мадридской непонятливости. Самоуверенность Реала вряд ли способствовала изучению ударных характеристик левой ноги цимбаларя. Илья разбегается, мяч только оторвался от поля, а уже ясно, что будет гол. 1-1, но окончательный триумф русско-спартаковского духа еще впереди. Цимбаларь на пороге новой атаки ищет продолжение. И сначала оно видится ему в навесе, но по ходу решения меняется. Мяч идет к Тихонову, а то, что произошло дальше, уже успело стать историей. С точки и за ворот произошедшее наполняется новым смыслом. Прыжок Робсона к мячу из последних сил содержит в себе победную для «Спартака» суть 2-1. Ну вот в этом и заключается весь «Спартак», понимаете? В этом заключается, потому что когда везде было тяжело, конечно, наверное, все-таки мы старались людям дарить, наверное, вот это счастье. Футбольное счастье, спортивное счастье. Вот. Поэтому «Спартак» и есть народная команда. Она есть и будет народной командой. Потому что, знаете, в 90-х, да, вот именно были моменты, когда я думаю, что не вся страна, ну, там полстраны обязательно за нас болела. Потому что мы на тот момент, наверное, единственная команда, которая показывала качественный футбол в Еврокубках и пыталась добиваться. Понимаешь, в 98 году всем казалось, что сначала казалось, что это все очень быстро пройдет. Тогда родилась замечательная фраза, что сперва показалось, что нет, а потом показалось, что не показалось. Я очень хорошо помню поездку в Исландию на отборочный матч чемпионата Европы. Да, это последний проигранный матч команды «Быжица» 6-6. У меня были с собой штук, наверное, 15 кредитных карт, потому что можно было в Исландии беспрепятственно снять деньги. В России тогда у нас к банкомату, там, который стоял на этаже НТВ, очередь была на 2 этажа, чтобы снять деньги, когда их туда привозили. И очередь стояла злобу до того, как, в общем, банкомат загружали деньги. Вот, поэтому у меня было много довольно заказов. Я вез довольно большое количество валюты через границу. Вот. Я уж не помню, где я это прятал, потому что, конечно, это было, в общем, нельзя. Но, тем не менее, это, в общем, было незабываемо. Но другой связи между экономическими кризисами... Я вообще не сторонник этой теории. Вот, есть огромное количество бедных стран, которые прекрасно играют в футбол регулярно. Есть огромное количество богатых стран, которым футбол нахрен не сдался. Ну что? Почему, вопреки тому, что страна прошла через нищету и через тяжелейшую социальную ситуацию, «Спартак» был успешным? Я просто отвечу. На первом плане был футбол. На втором финансах. К сожалению, сейчас совсем наоборот. Тех же футболистов, если туда стремились, «Спартак», с других клубов, они не задавали вопрос, а сколько я буду получать. Они уже в «Спартаке», если его приглашают, он с удовольствием писал заявление. А потом уже, ну, зарплата будет вот такая, все, спасибо. Вот эту ценность, самую главную, мы сейчас утратили. Я вот, например, знаю историю, как один руководитель газовый руководитель отдельной организации, приехал в «Спартак» к Старостину и говорит: «Николай Петрович, чем вам помочь? А вы кто такой?» «А я руководитель вот такой-то организации». Я не буду называть. Ну, видимо, что... это «Газпром». «Газпромовский», да, «Газпромовский» именно. «Чем вам помочь?» Он говорит: «А вы кто такой? Чем вы можете помочь?» И он говорит: «А я вот руководитель такой-то, я могу деньгами, там, самолетом». Чартером они летали. И, знаете, порядка 17-20% бюджета годового вот это закрывала компания. Просто пришел человек сам. Был очень серьезный спонсор у «Газпром». Был такой человек, Карим Сулейманов, болел за «Спартак», возглавлял эту организацию. Так что «Газпром» сперва поддерживал «Спартак». Тот «Спартак», учитывая то, что его поддерживал «Газпром», можно сравнить с нынешним «Зенитом»? Нет, нельзя никак сравнить с нынешним «Зенитом», потому что это открывало перед «Спартаком» большие финансовые возможности, конечно, ну и, скажем так, достаточные финансовые возможности для конкурирования с любым клубом России, но при этом «Спартак» никогда не стремился к сращиванию или замещению собой там, структуры РФС и так далее. Просто другое мышление было у людей, ни лучше, ни хуже, другое.
Вот и все. С одной стороны, вместо «Динамо» Киев, вместо «Динамо» Тбилиси, значит, Камышин появился, Тюмень в высшей лиге появился, Находка появилась в высшей лиге. Но ты же говоришь о другом. А как они на фоне вот этих вот Камышин и прочие успевали подготовить себя и в Европе выглядели достойно? И продавали игроков. И на моих глазах Дина Дзов уговаривал Романцева отпустить цимбаларя в Лацио. Романцев попросил 2 недели на раздумье. Это 96-й год, сразу после матча с Италией, да? Сразу после матча с Италией. На своем самолете он примчался. И сказал по окончанию чемпионата, или же когда сборная закончит выступать, он готов на этом же самолете забрать цимбаларя, привезти его в Рим и познакомить с командой. Романцев взял паузу и сказал: дайте мне 2 недели, и, возможно, я отпущу вам цимбаларя. И когда через 2 недели Романцев уже готов был отдать цимбаларя в Лацио, выяснилось, что Дина Дзов взял из чехословацкой сборной Недведа и сказал, что он очень меня устраивает, и, к величайшему сожалению, для цимбаларя уже места нет. Поэтому не всех вот так вот с листа Романцев отпускал, иначе бы от «Спартака» вообще ничего не осталось. Я всегда говорю одну вещь. Если где-то демократия была в Советском Союзе, она была в «Спартаке», где глаз народа, глаз Божий, Старостин говорил, еще там какие-то вот такие фразы. И вот это все привлекало людей сюда. Но я уверен, что здесь никогда не было. Ты здесь будешь больше получать, там ты это, то, другое. Разговоров об этом никогда не велось. Многие уверены, что перемены, которые в итоге разрушили тот «Спартак», стартовали после того, как в клубе не стало Николая Старостина. Он ушел из жизни в 96-м, а вплоть до 95-го был в «Спартаке» начальником команды, хранителем традиций и человеком, чье мнение было определяющим во многих вопросах. Ну, вы представьте человека, которому 92 года на тот момент. Я играл за дубль, он садится с нами в автобус и едет там в Коломну, в Орехово-Зуево, это 100 километров, по большому счету, от Москвы. И едет на автобусе туда, с нами садится, 90 с лишним лет, и едет и смотрит молодежь. Он очень любил нас, как бы, понимаете, потому что все-таки он понимал, наверное, что это все-таки вот этот дубль, это будущее «Спартака», и он очень так лояльно к нам относился. И представьте, в 90 с лишним лет он делал вот такие дела. Да, он жил «Спартаком», он, я думаю, то, что я видел, он на базу приезжал, он не мог, это даже я не могу назвать вторая семья, это первая семья, мне казалось, вот это его... Для Старостина. Для Старостина, потому что то, что я видел, да, в таком возрасте на установке, видно было тяжело, но я думаю, что он уже не мог не без «Спартака», без базы, без, может, даже поездки со второй командой. Это его жизнь, это его, как говорится, все. Было понятно, что Романцев, по сути, его воспитанник, что именно Старостин выписывал Романцева? Я думаю, да, потому что я видел и отношения, насколько с уважением относился Олег Иванович, то есть там даже при какой-то беседе все равно ты обращаешь внимание, насколько со стороны Старостина было такое впечатление, как будто это, ну, отношения сына и отца. Знаешь, не случайно же какое-то время уже в России на трибунах стало «Он все видит» и портрет Старостина. На все дела, как устроен клуб, отношения в клубе, другое, третье, четвертое. Это мудрейший человек. Я всегда как бы удивлялся, как, отсидев 10 лет, не осклабиться на эту страну. Все братья при том, понимаешь? А он вот, ну вот такое, не другое, эта семья была. Почему была преемственность? Вот, допустим, мы играли в дубле, там 20, там 3 года, 18. Вспомните, Егор Титов вообще в основном составе, насколько там, в 17 лет начал играть. Вот, то есть была преемственность, оно из дубля переходили в главную команду. И люди понимали и тренировочный процесс, и требования, и нагрузки, и сам тренировочный процесс знали. Поэтому, наверное, все-таки это легко давалось. А те, кто приходили извне, конечно, поначалу было тяжело. Даже вот, допустим, когда Олег Иванович Романцев был тренером сборной,
Мы с ребятами разговаривали, там, из «Локомотива», из других команд. Они говорят, ну, блин, нам лучше бегать, чем играть в эти квадраты и все остальное. Потому что тренировочный процесс совсем разный. В тренировочном процессе у нас всегда была интенсивность. У нас не было монотонности, поэтому мы выдерживали и нагрузки. Мы и играли, пытались в этот интенсивный футбол. И «Спартак» на тот момент играл в Лиге чемпионов, в Кубке УЕФА. Да, мы проигрывали, мы выигрывали, но все равно старались придерживаться своей игры. Получается, не получается, но мы старались этого делать. Мы от себя не отходили. И быстренько я смотрю, вот Тихонов набивает вратарскую форму. Он теперь будет защищать ворота «Спартака». Опаснейший штрафной удар. Вот удар по воротам. Еще один удар. Вот это Тихонов. Ну просто великолепно. И практически там ноябрь, начало декабря, где-то октябрь, когда начинались эти стадии Еврокубков, мы практически не вылазили с базы. Мы сидели на базе, мы просыпались. И представляете, два дня ты ждешь эту игру. Потом у тебя проходит игра, потом тебя на полдня отпускают, и ты опять в обед заезжаешь на базу, и опять два дня до игры. И вот это было нелегко, это психологически было нелегко. Ну, мы готовились, тренер считал, что нужно восстанавливаться, два дня на базе – это нормально. Ваш приезд в 95-м и 99-м, вот за это время «Спартак» изменился и «Романцев» изменился? Я думаю, да, потому что с уходом, наверное, старости на все-таки... Все-таки Алихванович, наверное, какие-то свои идеи, свои какие-то другие моменты. Вот я не ощутил тогда уже вот такое прям глубокое как бы отношение плюс. То есть «Спартака» в 99-м стало меньше в клубе, чем в 95-м? Ну, на мой взгляд, да, потому что все как-то уходило чуть ниже и ниже. То есть я не могу сказать, что это кардинально, но вот такого я уже не ощутил вот во второй приход. Я уже в Европе проиграл, и мне тяжело было. Это база, целый день сидеть, семью не видеть, потому что в Европе есть еще, у тебя есть семья помимо футбола, где ты можешь уделять внимание. И, наверное, вот этот и перестроиться было сложно. Да и Олег Ивановичу нужно, наверное, было чуть перестраиваться, потому что, да, это советское время, да, вот первый приход, когда там все, это ценности были, базы, там все, подготовка, за два дня или за три мы заезжали, но здесь уже немножко и поколение другое становилось, и, наверное, нужно было немножко и другой какой-то подход к футболистам. По крайней мере, то, что я увидел после Европы и здесь, это, конечно, было небо и земля. Я думаю, что здесь нужно было где-то перестраиваться, потому что один раз мы неудачно сыграли. Как неудачно? Мы выиграли, но не показали тот футбол, который, понятно, как тренера сейчас понимаю, он требовал. Но мы выиграли, и он нас завез, по-моему, на 10 дней, это лето было, в Тарасовку, просто, он говорит, все на базу. Ни кондиционеров не было, жара просто там изнывающая. И вот это где-то последняя даже капля у меня была, когда я покинул, говорю, все, и я не могу, честно, я не могу вот это целыми днями здесь проводить. Комфорта минимально, и поэтому вот здесь, наверное, нужно было чуть перестраиваться. Можно ли сказать, что тот романцевский «Спартак» был скорее продолжением советского футбола, нежели началом российского? Несомненно. Нельзя говорить, что вот романцев вот российского футбола, «Спартака» – это его. Это часть того «Спартака», который изначально был из советских времен. Мы были все время не то что в страхе, а мы были всегда в напряжении. Мы тренировались в напряжении, и даже после хороших игр, после больших побед, мы все равно оставались в напряжении из-за того, что реакция Олега Ивановича Романцева была непредсказуемая. На победу, на поражение, на какие-то футбольные моменты, то, что происходило на тренировках, мы были иногда, возможно, не готовы, как он себя поведет. Потому что, еще раз говорю, мы, наверное, было достаточно иногда взгляда даже, чтобы мы понимали, что это что-то не так. Романцев человек контровертный, вот он все всегда носит в себе, мы не видели никогда от него проявления бурных эмоций. Это при том, что в раздевалках перед матчем, перед важным матчем,
Много раз, я никогда этого не видел, но я много раз слышал об этом рассказы футболистов, что Романцев мог действительно так встряхнуть команду и так ее заразить, что она выходила на поле совершенно одухотворенной. Олег Иванович всегда сидел спокойно, курил, всегда спокойно не выражал своих эмоций. Он потом уже стал, допустим, поменялся, когда, допустим, Грозный пришел, который на скамейке сидит, нервничает, кричит, и это все. И Олег Иванович тоже поменялся. Я думаю, что на пользу не пошло ему присутствие некоторых людей на скамейке. Почему? Почему? Потому что и поменялось его, и, наверное, отношение к некоторым футболистам, отношение, наверное, к каким-то моментам. Потому что, как говорят, какое у тебя окружение, таким ты и будешь. Ты не можешь как бы сторониться своего окружения, с которым ты постоянно находишься, и тем более в тяжелые моменты. А тяжелые моменты – это игра, когда стресс, когда нервы. И когда рядом с тобой сидят там два человека, психуют, орут и там разные вещи говорят, ты не можешь оставаться в стороне и быть, знаете, как поделиться. Их отодвинул, а сам такой. Олег Иванович тоже стал меняться в какой-то момент. Футболисты меняются, и то, что происходит с тобой рядом, ты тоже меняешься. И вот этот как раз Олегу Ивановичу не пошло на пользу. Это мне так кажется. Мне, я могу ошибаться. Почему Романцев периодически уходил в свою реальность? Ну, во-первых, потому что стресс он снимал, как было принято в его времена, в основном алкоголь. Во-вторых, потому что, так сказать, оборотной стороной его раздражительности стало то, что в его окружении на тот момент оно было практически полностью скомпоновано из людей, так или иначе склонных к подхалимажу. Вот. Тогда у него были помощниками Вячеслав Грозный и Сергей Павлов. Они ненавидели друг друга, и каждый, так сказать, боролся за влияние на Романцева. Это проще всего было делать через стакан. Вот. Я бы говорил об этом без всякого уничижения. Ну, так вот получилось. Почему многие, допустим, футболисты убирались из команды, начиная там с Кеченова, там Илья Цимбалай, Сергей Юран, потом я. То есть это были все сильные личности, вот. И потихонечку убирались из команды, чтобы обновлять, возможно, знаете как, дать толчок молодым, дать толчок другим футболистам. Он уважительно относился, но вот именно вот этот момент, когда нужно сказать, что я бы хотел там, что уже ты не тянешь или еще что-то, ну, как-то более с уважением. Он взял это от Бескова? Я вот думаю, да. Резать мясо? Да, я думаю, да. Но это было советские были времена Бескова и вот эти все моменты. Но мы уже, то есть, и время становилось другое, и поколение другое. Но вот это, к сожалению, на мой взгляд, наверное, Олег Иванович перенес вот и на те времена, потому что, ну, некоторые игроки, конечно, не понимали, почему так отнеслись, когда ты бился, получал травмы, выиграл чемпионат, а тебя так вот топорно просто выбрасывали, конечно, это... Если бы в «Спартаке» был Старостин, с Тихоновым бы попрощались по-другому. Я уверен на 1000000%, если бы Старостин и в его время, он бы не дал, не допустил бы даже на какой-то процентик, чтобы неуважительно отнеслись, поэтому однозначно... Это было, сохранилось. Как вы уходили? Как это происходило? Да никак. Меня после «Реала» позвали в клуб. Я понимал, что что-то будет. Вот. Но не так, чтобы, знаете, как... спасибо, до свидания, там все. Ну, были моменты, которые как бы... хотели как бы свою как бы прикрыть, но я остался, чтобы на улице, образно говоря, свою задницу прикрыть, знаете, говорит, дай скажем, что вы там, у вас что-то болит или что-то там, это болезнь какая-то. Я говорю, нет, спасибо, это не надо делать. Вот. И по-другому, дело в том, что я поехал на базу, меня даже не пустили на базу. Я человек, который как бы выиграл 8 раз чемпионат, понимаете, определенный какой-то след оставил в «Спартаке». Приехал за вещами, меня просто на базу не пустили, понимаете. То есть как бы это некрасиво, это, ну, надо с людьми по-человечески расставаться. Я благодарен, допустим, там, Валерию Карпину, Леонид Арнольдовичу Федуну за то, что, допустим, потом меня взяли в команду, сделали мне вот такой прощальный матч, я отработал в клубе. Вот. И это действительно дорогого стоит. То есть я считаю, что с любыми футболистами нужно расставаться по-человечески. То, как расстались с вами, это же тоже грань характера Романцева. Да, вот о чем и речь. Потому что ты не знаешь, где хорошо, где плохо. Когда будет хорошо, а когда плохо.
Вы помните, мы вначале говорили, что ты не знаешь, сейчас хорошо, а через минуту это будет плохо. Вот ты не знаешь просто, что ждать от этого человека. Ну, вы знаете, относительно расставания с футболистами есть много историй таких загадочных. Не менее загадочные, чем расставание с Тихоновым. А сам Романцев ушел из «Спартака» при каких обстоятельствах? Ну, проиграли в Минске игру. Шли, правда, на 11-м месте. Но это было еще начало сезона. И по дороге в разговоре Бескова и Романцева в поезде возникла такая ситуация, когда Романцев сказал, что завтра я на тренировку уже не прихожу. И Бесков не стал возражать. Говорят, что Бесков тогда обвинил Романцева в том, что он сдал игру. Ну, у Константина Ивановича была такая слабость. Ему нужен был иногда, Константину Ивановичу нужен был какой-то выхлоп. Это были эмоции, то, как убрали Тихонова? Или, опять же, Романцев долго подходил к мысли, что Тихонова из команды нужно убирать? Я все-таки думаю, что это были эмоции. Можно ли сказать, что, по сути, хранителем традиции все-таки в «Спартаке» был Старостин? И уход предопределил произошедшее дальше. И с вами, и со «Спартаком». Другое время уже, другое время наступало. И с каждым разом, наверное, все было тяжелее деньги искать, спонсоров искать. А здесь пришел человек с деньгами, как бы могли какие-то трансферы устраивать. То есть, как бы, Олег Иванович расслабился и понял, что остается только работа, тренерство. То, что он умеет делать, то, что он должен делать. Поэтому это произошло. У Старостина ведь было много фраз таких вот. Например, он Никите Павловичу говорил, Никит, если тебя разрезать, одна половина твоя белая, другая красная. Это знаменитая фраза. Точно так же, как его фраза, которую спартаковские ветераны, которые близки к Старостину или к Симоняну, они повторяют. Он говорил, что Спартак всегда должен быть в спартаковских руках. Вот. Что такое и почему спартаковские руки – это Романцев? Потому что он играл в команде, становился чемпионом после провала в первую лигу. Там, не он проваливался, но все равно. Он был капитаном команды, довольно-таки молодым капитаном команды. А это все-таки личность обязательно в «Спартаке», тем более. Романцев думал, что, так сказать, он получает инвестора, и все. А к этому времени инвестиции так уже не делались. Нужно было иметь контроль над финансовыми потоками, над трансферной политикой, безусловно, поскольку все это было бизнесом. Ну вот. Но это не сразу стало, конечно, доходным бизнесом. Но, тем не менее, все учились. И только это возможно только на своих собственных ошибках. Вот они оба думали, что каждый из них абсолютный хозяин в «Спартаке». Вот. Оказалось, что к Чероченко это имело несколько большее отношение, поскольку он, в конце концов, Романцева уволил. Но через некоторое время ушел и сам. Романцеву достались акции «Спартака» от старости. Всплывало, я не могу точно это говорить, что процентов 40, если не 50, было у Романцева одного. Контрольный пакет, говорит. Да, у то его сына было 50% еще. 50% плюс одна акция. Да. Потом у его сына было еще. И у Заварзина вот три человека. И, конечно, весь клуб оказался вдруг ни с того ни с сего принадлежит Романцеву. Я не могу в это лезть, потому что я не знаю досконально эту вещь. Но я знаю только, что, и многие пишут об этом, что он потом продал команду. За сколько чего, меня опять не интересует. Андрею Чероченко. Да. А вот эта фраза, который говорил человек, который и его воспитал, в том числе и как тренера, и как руководителя «Спартака», Николая Петровича Старостина, о том, что «Спартак» должен быть всегда в спартаковских руках, вот здесь и разрушилось. Романцев ушел из «Спартака» в 49. В 51, по сути, закончил тренировать. Что такое 51 для тренера? Слуцкому сейчас 50, Гвардиоле 50, Карпину 52, Клопу 53. Трудно представить себе, что кто-то из них в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Но Романцев как будто чувствовал себя чужим в новой системе координат российского футбола. Просто не нужно смотреть на это сквозь призму одного только возраста. Тут как,
как говорит куча тренеров, мы в паспорт игроку не смотрим. Действительно, Романцеву было трудно себе представить другой команде. Вот. Когда он пришел в «Динамо», мне показалось, что это обречено. Потому как он подбирал помощников, потому как он, что он говорил, кем он себя снова окружал. Было понятно, что, в общем, он ищет прошлое. 51 – это еще человек полный сил. Это самое оно, ты много прошел, шишек набил, ты уже как бы создавшийся тренер именно такого возраста. Но Олег Иванович не мог работать, и это нормально в том, что он же был и президентом «Спартака», то есть он не был подконтрольным, им никто не управлял, по большому счету. Он не мог работать под другим руководством, кроме как собственным или руководством старости? Да, это несомненно. Он попробовал «Динамо» и в «Сатурне», поэтому здесь, конечно, есть начальники, но он это не воспринял, и я думаю, что он никогда бы не воспринимал. Но он не мог это переступить, что кто-то будет приглашать и задавать вопросы, почему проиграли или еще что-то. Романцев из тех людей, которые так или иначе работают на самоуничтожение. Они питаются собственной энергией. Вот, и находит ее в себе. Глубоко интровертный человек, при этом иногда напротив очень общительный. Вот. Я не думаю, что в этом была какая-то предрешенность. Я думаю, что просто объективно карьера Романцева вряд ли могла продлиться дольше. То, как он жил все это время, как он работал и сколько он на себя брал. Это, в общем, сейчас кажется только придурью, что одновременно был тренером сборной, тренером клуба, президентом «Спартака». Но на самом-то деле это гигантское количество нагрузки, которое ты на себя берешь. Это мимо тебя ни один документ в клубе не может пройти без твоей подписи. И ты еще при этом тренируешь две команды. Ну, тут не мудрено надорваться. Конечно, он ведь работал и президентом «Спартака». Ему приходилось решать многие вопросы. И главным тренером «Спартака». И это требовало намного больше и времени. И сгорало намного больше нервных клеток. И нужно было решать очень многие проблемы, которые тренер никогда не решает. Но он был и президент, и тренер. Это негативная сторона, а позитивная сторона – все было в его руках. И он, если он хотел этого игрока, тренер Романцев, то президент Романцев все делал для того, чтобы этот игрок появился. И можете себе представить, он в таких условиях проработал более 10 лет. А когда он столкнулся с тем, что он только тренер. И, естественно, он к этим условиям просто не привык. Я думаю, что все-таки Олег Иванович большое количество времени опирался все-таки на спартакский футбол, на спартакских воспитанников, которые знали и умели делать то, что, наверное, он хотел видеть. Потом, попадая в другую команду, это опять нужно заново строить. Как ты можешь там 10 португальцев научить футболу, который ты хочешь видеть? Они другие люди. Они привыкли они были в других командах, играли при разных тренерах и, допустим, больше, чем, допустим, Романцев. Вот. Придя в «Сатурн», попадаешь, опять другие футболисты. И ты хочешь сделать за короткое время определенный футбол, который нравится тебе, который ты знаешь. Но это не получалось. Отсюда не было результата. Поэтому, наверное, в 51 год и закончил. Сейчас мы видим, что ценности, которые были нужны Романцеву, они, в общем, последние 10, может быть, 12 лет в мире господствуют. И это не провидение никакое, потому что, в общем, это скорее две стороны одной сущности, да, вот в футболе. Можно играть с очень привычным с акцентом на оборону и не контролировать мяч. Можно контролировать мяч, тем самым тоже защищаться, да, пока мяч на основу не забьют. Но просто нужно было обладать некоторым, наверное, упрямством и очень большой уверенностью в себе, чтобы тогда практиковать именно такой стиль. Это было означало идти против течения. Это означало жить своим умом. Вот. Опередить свое время? Я не думаю, что опередить, потому что колебания от одних ценностей к другим скорее напоминают маятник.
Вот. Я думаю, что просто это убежденность в том, что так играть можно, так, возможно, играть не модно. Вот. И, наверное, сейчас найдется куча теоретиков, которые объяснят, что так играть вообще не стоит. Но я буду играть так, потому что я в этом уверен, потому что я могу этому научить, я могу собрать такую команду. А на поле посмотрим, чья возьмет. Вот, собственно говоря, это идеология Романцева. Он никоим образом не опережал время, он обладал другим качеством, ему удавалось отстаивать свою точку зрения футбольную, ему удалось быть самим собой, в то время, когда таких было действительно немного. Сегодня я прекрасно понимаю, что выбор Старостина и вообще то, что Романцев стал главным тренером «Спартака», это правильный ход. Потому что именно тогда «Спартак» столько выиграл и столько там. Можно говорить о том, что это поддержал его Старостин, Старостин его выписывал, там что хочешь, но при Романцеве целое десятилетие «Спартак» был главной командой вообще страны. «Спартак» все-таки не добился еврокубкового успеха, да? Хотя ни одна другая команда, и это уже, наверное, неповторимо, не выходила, тем более в одну эпоху, в три полуфинала. Вот. Полуфинал Кубка УЕФА, где «Спартак» проиграл Интеру с Роналдо и Самарано. Вот. «Спартак», Кубка Кубков, где «Спартак» проиграл в полуфинале Антверпену. И это было точно совершенно несправедливо. Это факт. Это просто не подвергается сомнению. «Спартак» вполне мог выиграть Кубок Кубков. И Кубок Чемпионов, ну, послушайте, ну, выбиты были чемпионы Италии, Испании, чемпион Франции оказался сильнее. Вот, очень сильный был тогда Олимпик Марсель. Вот, это серьезное достижение, просто оно не трофейное. Уйдя из «Спартака», я думаю, что никакие команды больше он не воспринимал серьезно. Будь это «Динамо» или там, было у него еще «Раменска», что ли? Да. Я даже и не помню это. Уход Романцева из «Спартака» был предопределен в тот момент, когда он расстался с акциями? Конечно. Это фраза не нами с тобой придуманная. Кто платит, тот заказывает музыку. Уже после того, как «Спартак» расстался с Романцевым, я видел, что у тебя с Романцевым довольно теплые встречи были. Ну, а какими же они сейчас должны быть, в конце концов? Сейчас он не испытывает того стресса, мне нет необходимости о нем говорить что-либо, кроме так иначе комплиментарного, потому что я очень высоко его ставлю, и я считаю, что он фигура абсолютно сопоставимая с Бесковым, а возможно и превосходящая Бескова. Вот. Ну, у него не было такого долгого века в футболе, ну что поделать. Это вообще непонятно. Вот есть бывают или исключения, которые работают долго, но в принципе теннисский век активный, успешный. Это 10-12 лет, действительно, это очень выматывающая работа. Этой весной Олег Романцев перенес операцию на сердце. Сейчас тренер продолжает восстановление. Требуется восстановление и переживающему очередной кризис российскому футболу. Однако пример романцевского «Спартака» показывает, что побеждать можно даже в самых трудных условиях. Здоровья вам, Олег Иванович!